Всем привет! Это ТипТоп ТВ, я Марина, и вы снова со мной, а я с вами. И по вашим многочисленным заявкам я наконец в Икее. Посмотрим, что же тут за распродажа такая с 25 июня по 17 июля. Все успеваем пока что. 17 июля еще осталось сколько? 10 дней до него. Все мы успеем с вами, если поторопимся. Вот еще гарнитур, коробка с крышкой, 28 на 42 на 16 сантиметров, бежевый с белым цветком, была 500, стала 400, а по карте Family 350. Вот эти коробочки, смотрите, как они сложены, интересно, прям подарочный вариант. И вот можно заглянуть. Кстати, очень прочная, потому что здесь основа не картон, а вот такой пластик, вот. Пластик очень прочный, конечно же, она вечная, можно сказать, в отличие от фиксовских, потому что в фикс-прайсе все из картона, а здесь нет. Вот как называется, гарнитур, распродажа. И еще минус 10 по карте IKEA Family. Так что вот так, если вы хотели такую коробочку себе в гардероб, то сейчас самое время. Смотрите, какая классная вещь. Подставка для мобильного телефона. Бамбуковый шпон. 349 рублей. И даже если в подарок кому-то можно вот так купить. Смотрите, какая аккуратненькая. И ничего ей не будет, потому что это бамбук. И отверстие для проводов в нижней панели. 349 рублей. Конечно, жалко, что не 199 и все такое. Вот подкладка на стол появилась черного цвета. У меня такая полупрозрачная, белая. 299 рублей она сейчас стоит. Ну, это вот такое все стильное под черный стол, вернее, на черный стол, например, 10 тысяч такой стоит. 151 на 65. Смотрите, какие кабели стали продаваться стильные. USB 300 рублей, вот зарядка для айфона, айпада, айпода. Что тут еще есть? Зарядное устройство USB с зажимом. 900 рублей. Белый цвет, черный цвет. Кстати, вот это очень удобная подставка, столик. Если вы в кровати любите лежать с ноутбуком. Вот. Здесь с этой стороны мягкая подушка. И при том там наполнитель, такие шарики. Очень удобная, она устойчивая. Вот так ее распределяете, здесь ручка, здесь сбоку был кармашек где-то, по крайней мере в моей модели. И удобная сверху поверхность антискользящая, вот с такими штучками, стопорами, закругленные вот эти вот все углы. В общем, сколько он стоит? Сейчас он стоит 1000 рублей. Чехол можно стирать в машине. Это столешница, именно вот если вы любите поваляться в кровати с ноутбуком. Есть еще вот такая подставочка 42 на 31, цвет в ассортименте, стоит 300 рублей. И вот варианты расцветок. Есть черная, есть светлая, с белым столиком. Вот они, вкладыши в ящике, 400 рублей. И вот мы сразу с вами увидели распродажный товар. Ограничители для книг теперь 99 рублей вместо 200. Так, а это для наушников, я помню, подставка, интересно. Нет, она сейчас не на распродаже, 200 рублей. И вот еще подставочка из бамбука для смартфона или планшета, 150 рублей. Вот, под таким наклоном, под вот этим наклоном, потолще, поуже, вот для телефона и для планшета. Удобно, стильно и занимает мало места. Поставили на стол или на полочку. Вот она, эта доска в форме лодки, в форме доски для серфинга. Разделочная доска, манговое дерево. Можно использовать как сервировочное блюдо для сыра, мяса или фруктов. С приятной на ощупь поверхностью. Каждый имеет свой неповторимый рисунок. 800 рублей. 52 на 22. Вот есть тут и в пятнышках. Есть и в клеточку. Ну, как вот состыковывали дерево, так и получается. Рисунок действительно неповторимый.
Вот вы какой бы выбрали? Даже не знаю. Мне кажется, лучше вот такой пятнами. Или вот полосочку, что ли. Да все хороши. Цена только высоковата, что-то как-то, не знаю, буду думать. Миска 199 рублей из нержавейки. Тоже классная штука. Смотрите, как зеркало отполировано. А за 99 вот такая малышка, 12-сантиметровая. Смотрите, какие красивые искусственные цветы. Все сочетается, и торшер, и букет, и поднос. Поднос, кстати, 499 рублей, 52 на 39, металл. И притом у него ручки. Вот для дачного сезона очень актуально. И искусственный листок. Вот этот 300 рублей. Так, горошек душистый 200. Красота. Что тут еще? О, люпины есть. Люпин темно-розовый 250. Ну, в общем, вот такие цены. Лютик 200. Миска 15-сантиметровая 50 рублей. Смотрите, как здорово. Кстати, сочетается вот с той посудой, которая продается в фикс-прайсе. Помните, вот это там белоснежная, голубая и серая. Смотрите, мисочки прям один в один. Тоже стекло жаропрочное. Изготовлено из прочного закаленного стекла. Можно мыть в посудомоечной машине, использовать в СВЧ-печи. Вот теперь и думай. Вот тена, тарелка десертная, 20 сантиметров, белый цвет. Я ее покупала за 200. А теперь она 129, а если по карте IKEA Family, то все 116. Вот такая в виде четырехлистника клевера. Кстати, очень, в принципе, удобная для всяких там орешков, для закусок. Но тоже, смотрите, некоторые кривоваты попадаются. Вот здесь я уже вижу небольшой дефект. Смотрите, еще выкладывайте на горизонталь, потому что может быть кривовата еще сама поверхность. Донышко. Ну, смотрите-ка, 116 рублей. В два раза дешевле. Сервировочная миска шин 2000 рублей. Это вот как раз костяной фарфор. Та серия, которая очень дорогая. У меня есть такая маленькая. Маленький, вернее, салатник. А это вот миска огромная, 2000. Тяжелая. Ну, конечно, они выглядят потрясающе на столе. Вот маленькие. 16 сантиметров в диаметре. 700 рублей. Такая мисочка. И вот она, эта доска из мангового дерева. Видите, как все стильно будет с бокалами. Вот с такой посудой. Просто красота. Смотрите, какой дуршлаг. Мойку. У меня такого плана киевский есть, но ему, по-моему, уже лет 10. И он черный. Тоже вот в прямоугольную мойку или в квадратную. Вот так устанавливается. Сейчас он стоит 329 рублей. Можно использовать как посудную сушилку, чтобы освободить место на столешнице. Вот. Если у вас прямоугольная мойка, смотрите, как удобно. Вот, раз и все. Сюда овощи, фрукты или какую-то посуду складываете и заодно тут все моете. Потом все стекает, сохнет. Просто красота. И, кстати, вот еще нововведение. Здесь просиликоненная или прорезиненная вот какая-то полоска. И она не дает вот сместиться вот этому дуршлагу. То есть он тут все как вкопанный. Такой кран интересный, вот как сантехнический вентиль. Вот что-то новенькое, этот под старину с фарфором. Ой, а какой плавный ход переключателя, просто красота. Вот какой золотой. Вот что значит давно, когда не заглядываешь в этот отдел. А желтая медь, смотрите, красота какая. Сразу столько всего новенького здесь появилось. Вот тоже 5 4 500. И видите, как он крутится вообще без проблем. Это вот вертушечка обычная 2500. И сейчас я вам покажу самый бюджетный вариант. Вот, на любую мойку. 1500, 1600. Хромированный. Вот, тоже крутится. И вот здесь вот такой. Смеситель оснащен механизмом, сокращающим расход воды без уменьшения напора. Экономия воды и энергии. Коврик для сушки посуды 44 на 36, синий. Вот такой. Какой-то интересный материал. Вот как он будет смотреться. 100% полиэстер, наполнитель пенополиуретан. И вот еще дуршлаг 150 рублей, белый, глубокий. Но я не люблю пластиковые дуршлаги, почему-то, не знаю. Мне кажется, металлический сетчатый намного лучше из нержавейки.
Потому что если вы, допустим, будете сюда сбрасывать макароны горячие, или картошку, или еще что-то, промывать, значит, макароны, то все равно вот этот пластик при нагревании, мне кажется, это не очень хорошая идея. Обеденный стол тоже со скидкой. Был 12500, стал 9500. Распродажа. Вот такой круглый, очень устойчивый. И, например, вот эти стулья, давно мечтала я их купить, прозрачные, сейчас они 6000. Ну, в принципе, как раньше стоили. Прозрачный хромированный стул. Вот. И цвет еще появился вот такой синий дымчатый, как синее стекло. И серый дымчатый он был. Был вот такой и прозрачный просто. Смотрите, как интересно, стулья на стол можно поднимать, чтобы пол помыть. 3500 такой стул, белый и черный. Заодно и тарелочки. Последний шанс, между прочим. Товар выходит из ассортимента. Значит, была 190, стала 99, 22 сантиметра. Мало того, еще и 10% скидка по карте IKEA Family. Вот такая. Цветочный принт и мисочка. Была 170, стала 129. И минус еще 10% по карте IKEA Family. А вот они и стаканчики. Сейчас такие тоже продаются, только повыше. А в фикс-прайсе они там, по-моему, 99, что ли. Нужно будет потом посмотреть. А здесь они по 50. Вот тоже классные миски. Были по 180 зимой, теперь 129 рублей. А по карте IKEA Family 116. 13 сантиметров в диаметре, кстати. Вижу я в Инстаграме у многих блогеров крутых, модных, вот такие мисочки, там орешки, еще что-то.